Dai coro di voli, dai coro di voli. 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 Говори, 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 говори. Был один царь, Пратапарудра в Орисе, Джаганат. Многие от его имени просили Махапрабху увидеться с ним. Пожалуйста, один раз встреться с царем. Он очень хочет обрести и получить твой даршан. Но Махапрабху не соглашался. Но когда он узнал о том, когда Джаганат ехал на колеснице, то царь собственноручно расчищал дорогу перед ним. И это привлекло Махапрабху. Он восседает на троне, но по отношению к Джаганату он подметальщик. И сердце Махапрабху растаяло, и в тот самый день их встреча была устроена, произошла, и Махапрабху обнял Махараджу Пратапарудру. То, что считается низким служением, низкого уровня, это служение получило высокую оценку Махапрабху. Тринада Писуничина. Он или она считают себя настолько низкими, тот, кто действительно считает себя очень низким, тот очень высок, благороден. Только благородный человек способен чувствовать и думать, рассматривать себя как низкого, как падшего. Когда человек соприкасается с безграничным, то истинным образом, то он не может не видеть, что сам он мал, ограничен. Это критерий. Критерий того, насколько, какой прогресс человек совершил в своих представлениях о безграничном. Критерий таков, насколько он чувствует себя падшим и низким. Это стандарт. Единица измерения. Насколько он совершил прогресс в направлении безграничного. Концепция. Концепция Самбанда Гьяна. Кто он в этой вселенной? Какая степень? Истинная концепция присуща ему. Тот, кто способен рассматривать себя как очень низкого, как самого маленького, тот может быть понят знатоками, экспертами. Он обрел, скажут они, истинную связь, реальную связь с Господом. Он чувствует себя таким низким.